всем привет. Этим, как говорится, животам и людям, которые любят готовить. Привет, привет. У нас будет такая трансляция для покушать. Для покушать я буду готовить наш обед, правда, он запоздавший, но он будет плавно переходящий обед в ужин, ибо время у нас без 15:04. Без 15:04 дня. 4. Привет. Кто готов со мной готовить на нашем суперамериканском гриле? Суперамериканский гриль. Давайте мы его с вами разожжем сейчас. У меня он шестикомфорточный, шестиполосный. Знаете, такой вот понтявый. Назовем так это. Понтявый конкретно. Так, запускаем первую полоску. Да, и разжигаем все остальные. Готовить мы будем в гриле только кукурузу. Только кукурузу. Вот. А основное блюдо, которое я хочу сегодня приготовить, я буду вот готовить в таком вот алюминиевом горшочке, который мне прислали из России. Так, я, наверное, зайду в другой аккаунт, чтобы видеть месседжи, потому что я в аккаунте, в котором нахожусь здесь, на Забугром Лайв, не вижу. Так, сейчас сделаем проще. Я сейчас перезайду в другой аккаунт. Сейчас вот мы в Russian Colorado зайдем. Вот. Что думаете, я буду готовить? Что думаете, я буду готовить? Так, вот мы заходим. Я буду видеть ваш чат. Если у вас какие-то есть вопросики, пишите, дорогие. Смотрите, какое у нас прекрасное голубое небушко. Небушко просто замечательное. Так, спасибо за сверлит. Не, мы мясо не кушаем. Мы мясо уже не кушаем. Уже, наверное, полгода скоро, как не едим мяско. Привет, привет, привет. Фотошоп. Фотошоп суп. Нет, не суп. Я буду готовить вот в этом горшочке алюминиевом морепродукты. Это в каком городе? Это Колорадо Спрингс. Что кушаете? Да все кушаем, кроме, так скажем, мертвых животных. Мертвых животных мы только не кушаем. Так, я сейчас... кукурузку. Привет, Робик. Робик, Робик, привет. Кукурузку будем сейчас ставить на верхнюю полочку, вот в этот вот гриль, так скажем, такой вот мощный, большой, хороший гриль. Когда ты голодный, а Олег тут готовит. Привет, Задунайский. Не Задунайский, Забугорский. Задунайский это, наверное, какой-то другой персонаж. Персонаж Перископа. Приветик, Олег, привет. Сколько у вас времени? 4 часа. 4 без 10. Так, выкладываем. Вот такая вот у нас кукуруза молочная. Видите, такая вот нежная, хорошая кукурузка. Ну, понятно, что нету гарантии. Никита, и я тебя люблю, брат. И я тебя люблю. Ответственно заявляю это. Гриль во дворе – это тема. Ну, у меня гриль вообще как бы закатывается в гараж. Там вот гараж стоит. Сейчас я покажу, больше, так скажем, повернем. Вот этот вот вход в дверь – это вход в гараж. Поэтому он на улице не стоит. Хотя у меня есть этот чехол для него, который мы сразу покупали. Но ни разу им еще не пользовались этим чехлом, если честно говоря. Так, кладем на верхнюю. Почему ты жаришь кукурузу? Я ее не жарю. Я сейчас буду ее ставить на верхнюю, так скажем, полочку, да, и буду ее грилить. Жарить и грилить – это разные вещи. То есть мы сейчас на верхний такой, так скажем, щадящий режим. Гриль только включен, ему нужно сейчас разогреться. Так, Олег, вы снимали? Это мы снимаем. 1300. 1300 мы. Значит, сейчас я покажу, сейчас что у нас будет основное. Так, эти, ребят, уберем, чтобы она не валялась. Основное я буду готовить вот в этом вот алюминиевом горшочке, ребят. Алюминиевый, настоящий алюминиевый горшочек. Кукуруза – это все круто, но когда у тебя есть такой, назовем, аппарат, супер, так скажем, гриль, то, блин, к нам приезжали ребята своим ходом. Знаете, ребят, своим ходом, путешественники. И я их угощал, когда мы еще ели мясо, правда, я их угощал кукурузой, которую готовлю. Так они скушали кукурузу, они скушали свои пальцы, они до локтей дошли.
Поэтому это очень вкусно. Вот, мы кукурузу не варим, мы давно кукурузу, собственно говоря, готовим на гриле. Так, основное блюдо, вот оно. Это мой микс из морепродуктов. Здесь практически вся гадость, все гады. Алюминиевая кастрюля. Маш, ты оделась? Так, штанишки одели, обувайтесь, обутьтесь и можете выходить ко мне. Посолить, поперчить и все прочее. Можешь кроссовки свои синие одеть, Павлуш. Кроссовки, да, синие. Так, вот закидываем все наши морепродукты. Да. Молодец. Вон, скажи ребятам привет. Привет. Ребята, привет. Паша спрашивает, как правильно, так скажем, обувь одеть, правый и левый. Гуляйте, гуляйте, гуляйте. Так, мы очень любим приправы, поэтому я практически во все блюда, в большинство из них, добавляю кинзу. Сейчас я немножко нарублю кинзу. И сейчас схожу за луком. Мне нужен лук. Лучок, наше все. Так, кинзу добавляем. Так скажем, можно укроп, петрушку, все, что вы любите. Да, мой хороший. О, дружок мой, я готовлю, у меня ручки сейчас испачкаются. Давай так, ты сам хочешь выйти на улицу, сам одевайся. Ты же уже большой, тебе уже 3 года. Кинза, да, кинза, кинза. Так, обязательно маслица, 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 маслица. Так скажем, можно подсолнечное, можно оливковое. Я сейчас возьму оливковое еще. Сейчас я тебе помогу. Давай, я сейчас тебе помогу, сынуль. Сейчас, малыш. Так, немножко оливкового и ложку мне надо для помешивания взять. Сейчас мы это все дело сюда поставим. Сынуль, давай я тебя одену. Давай, мой хороший. Вставай. Кофта? Да можешь кофту не одевать, Маш. Так, хотят выйти на улицу погулять. Давай. Давай, сынок. Молодец, молодец, все. Так, чугунок, как у меня. Ну вот, наверное, правильно, да, чугунок? Единственное, крышку надо принести. Ну, я уже нашел крышку. Вот она, крышечка. И у меня есть такая ложечка. Сейчас мы это все дело помешаем. Колхозников из деревни выгнать можно, а вот деревню из колхозов нет. Это точно, дружище. Никогда. Чугуночек наше, как говорится, все. Это вам не какие-нибудь там гамбургеры левые. Мы так скажем, любим приготовленную пищу свою. Дети едят мясо, да. Сказал колхозник. Ну, я колхозник, я этот, как его? Кукурузник. У меня шляпа кукурузника. Так, значит, смотрите, в процессе приготовления кукурузы есть такое вот масло. Почему мы ее готовим на гриле? Потому что она получается намного вкуснее и, ну, назовем так, полезнее. Вот это вот масло, аэрозольное такое вот маслице, видишь? Cooking spray. Я покрываю кукурузу с одной стороны. Потом, когда я переверну, я пройдусь и со второй стороны. Когда это будет где-нибудь в лесу, ну, в лесу, поедем в лес, обязательно будет. Почему бы нет? Мы лес любим. Тем более у нас... Ты видела, как... Да, ты видела, как здесь готовится на печке? Дядь, замути сальто. Ну, я... Нет. Это у меня друзья есть, циркачи. Вот они мутят сальто, ой-ой-ой. Такое сальто, мало не покажется. Вот. Если бы ты здесь рядом был, я бы тебе показал сальто. В твоем исполнении. Так-с. Все, что мы хотели? Мы хотели еще посолить, поперчить. Так. Чи кубус. Многие соль не едят. Мы немножко соли добавляем. Вот, но перцы мы добавленных мир не особо любят. Вот калифорнийские дети очень любят острое. Я могу сказать, что в Калифорнии прям дети едят такое, что не каждый взрослый может даже это скушать. А где это тепло? Так, это Колорадо. Колорадо Спрингс. Так, мешаем все это дело.
И закрываем, пускай оно закипит. Закипит все это морепродукты, все эти кальмары, креветки, мидии. А навел себе жизнь в Америке. Ну, не навел, а нашел, скорее всего. Потому что, знаете, как говорится, под лежачий камень вода не течет. Кукуруза на гриле самый лучший. Кукуруза. Машине не так, ребята говорят. Кукуруза на гриле самая лучшая кукуруза. Давай рэп зачитаем. Лучшая кукуруза, когда ты ее готовишь своими руками прямо в американском гриле на шести полосках. Не, не так. На шести полосках ты готовишь свой гриль. Свой кукурузник. Прочитаем свою про новогоднюю елку, как ты делала. Давай. Не, рэп. Да. В лесу родилась елочка. В лесу она росла. И прямо Володе. Прямо Володе на ужин. На печку. Прямо на печку? Да, сгорела. Елка сгорела? Да. Ну, может, у тебя фантазия, дай пяти. Дай так. Give me five. Ой. Да. Давай тебе расскажу крутую песню. Давай, иди сюда. Давай. Я лучше встану. Нет, ну ты сюда, тебя же не видно там. Да, вон камера снимает. Туда, на камеру говори. Сейчас придумаю. Давай. Она придумывает похлеще папы Сейчас. Своего. Сейчас. Забыла? Маша, не могу. Ой, Маша, это вообще чудо чудное. Я не могу просто от нее. Она просто чудо. Так. Ты зависла? Ты зависла? Не, нормально. Купаешь много? Я считаю, это мало. О май гад. Давай, пой. А, моя птица. Маш, ты прям птичка. Так, переворачиваем кукурузу, пока у нас готовится здесь это все дело. Давайте сделаем так, чтобы было видно этот процесс приготовки. Так, видно горшочек? Горшочек-то видно? Хорошо видно? Давайте его немножко приблизим, этот горшочек. Давайте. И кукурузку, соответственно. Так, кукурузку мы переворачиваем. Делаем это все ручками, горячими, хорошими ручками. Так, перед. Можно слегка просолиться. Если любите соленое, просолитесь. Любите сладкое, просахаритесь. Горшочек вари. Знаешь, когда горшочек вари. Так, перчик. Так, чуть-чуть перчик. О, нет, красный перец. У нас это называется паприка. Вот такая вот паприка. Она такая со вкусом копчености. Мы слегка протрусим нашу кукурузку. Ой, запах просто чумовой. Назовем так, чумовейший запах. Теперь переворачиваем. Теперь переворачиваем. Она готовится на щадящем таком режиме, поэтому она сделается нежная, мягкая, вкусная, вкусная. И, соответственно, наносим масло, вот это вот масло, вот видите, это маслице, повторно. Вот. Это будет просто delicious, это будет такой delicious, какая вкуснятинка. Вкуснятинка. Так, давайте вернем наш размер. Вот они мы все здесь с вами, да? Так, я возьму планшет, моряк. Привет, моряк! Так, здесь готовится одно, здесь готовится другое. А какая температура в Колорадо? Плюс 18. У вас в Нью-Йорке мороз. Не-не, у нас как бы на удивление реально такая погода прикольная. Вообще, вчера было 20, сегодня 18. Ну, как говорится, весна красна нас порадовала. Пришла, как говорится, вовремя. Паш там копает, я не знаю, вам видно, нет? Давайте покажу, у меня тут, знаешь, немножко песка есть. Смотри. Хомяк, слышишь, устроился хомячок вон. Не, он не любит камеру и самостоятельно стала снимать эти, как их, влоги. Там на еду нельзя, этим только... Ой, не успел почитать, бро. Так, чуть-чуть пониже давайте сделаем, вот так вот, да? Вот так.
О, там Павлик, оказывается. Тут и Павлик, и Маша. Маша вон крутится. Это маленький, не бойся. Пшикать это только не подтвердит. У нас по Фаренгейту минус ноль. Он убежал уже, Паша. Паучок маленький был совсем. А как же шашлыки? С шашлыками мы распрощались, друзья. Привет, Владивосток. О, Владик, сколько у вас времени? Мы распрощались с мясом, мы не кушаем шашлыки. Ну, так скажем, это наш этот самый бзик. А, минус ноль. Машуню-то видно. Павлунька спрятался. А вы серьезно? Да. Да. Ты одеваешь курточку? Да, одень розовую курточку. Наверное, тебе будет лучше в курточке, Машуль. 9 утра у вас. Нормально у нас разница. У нас 4 дня, а у вас 9 утра. Хорошо вам. День только начинается. Вот, чего я еще хотел. Это я сейчас еще шампиньончиков немножко. Привет из Эстонии. О, Эстония, привет. Кинза, ударение на А. Нет, неправильно. Кинза. 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 Не кинза, а кинза. Минус 0, такое бывает. Это казан рядышком стоит. Нет, это не казан, это алюминиевый горшок. Казан у нас другой. Он, так скажем, пока нам не нужен, потому что он очень большой. В нем что-то готовить, так только на толпу народа. Кинза. Да не кинза, а кинза. Кинза. На И. Вы это самое, слушайте, меня, грузина, учить не надо, да, Вася? Ну окей, кинза, значит кинза. О май гад. Паш, ты Машу ждешь? Да. Вон, она уже обувает ботинки свои. И вы будете сейчас копать здесь, да? Я так чувствую, знаете, мои это золото ищут. А рыбу едите? Да, рыбу едим. Рыбу едим, морепродукты едим. Смотрите, вот это сейчас будет чудо. То есть, это настоящий, так скажем, подельник папин. Садись сюда. Садись, моя хорошая. О май гад. Маша, значит, пошла, оделась. Сейчас я сделаю пониже. Подержи планшет. Читай сообщение пока. Читай пока сообщение, дочка. Маш, ты что здесь? Паш, не кидай камнями, брат. Ну, он сейчас получит, точно. Дай сюда лопатку. Давай сюда. Давай мы положим сюда, потому что он беспредельщик. Пашка беспредельщик, реально. Почему планшет в песке? Я только отвернулся, уже планшет в песке. Ну реально, он беспредельщик. Вот этот Паша, это гроза всего Colorado Springs. Так, знаешь, чего нужно нам? Надо немножко вот этот горшочек по центру подвинуть. Давай его подвинем. Вот так вот, пускай здесь стоит. Сифуд. Вкусный такой вот будет сифуд. Мы туда рисика добавим, вообще будет все прям. Хотя подожди, рисик-то надо сразу добавить. Давай, Маш, сразу добавим. Хотя не, подожди, стоп. У нас кукуруза, рис, это будет лишнее. Поэтому я думаю, что мы сделаем только наш. Нам рис не нужен, потому что мы, смотри, мы же делаем кукурузу. Посмотри. Да, она, видишь, она сейчас на верхней полочке. Мы когда ее опускаем, она ниже опускается. Хорошо? Вот так, смотри. Опа. Какая зарплата в год? Толик, ты, наверное, первый раз к американцам обращаешься. Да, ну, к людям, живущих в Америке. Не принято здесь спрашивать про деньги, про религию, политику и сексуальные, так скажем, предпочтения. Просто. Да, вот спасибо. Спасибо большое. Некорректно. То есть, если ты хочешь спросить вообще, вообще, да, то есть, ну, 12-8 долларов люди зарабатывают, 20 долларов в час. Вот, потому что здесь в основном часовая, и она вытекает в годовые. То есть, это может быть 24, 30, 50. 50 тысяч неплохая зарплата в год, так скажем, 70 замечательная, но 150, я уверяю, намного лучше. Привет, что вкусного готовится. Но вот здесь вот готовится... Ай, горяченькая уже. Морепродукты будут тушеные. Вот. А здесь у нас кукуруза готовится. Только я ее не буду так часто открывать, потому что температура падает. Средняя для поездки на заработки. Ну, друзья, это тоже, как говорится, средняя поездка для заработки. Я не могу вам сказать. Вы же можете поехать в Сан-Франциско, так скажем, инженером в Google. Или же... Банан хотите? Сейчас я принесу бананчик ребятам, дам. Ну, Сочи, привет. Мне. Нет, я шла.
Привет, 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 привет. Просто, ребят, у меня бананчики полюбляют, и я вот там периодически им выдаю бананы, печенюшки и всякое прочее. У нас по воскресеньям я папа воскресный. У нас скоро 3 часа ночи, а ты кукурузой душу травишь мне, я так потолстел. Сорян, 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 сорян. Знаешь, как это, как за бугром лайф выходит, большинство уже поставили себе замки на холодильнике, такие цифровые замки, вот, они онлайн продаются. Привет, Антонио, ты профессиональный повар? Нет, я не профессиональный повар. Ну, с учетом того, сколько я всего приготовил, да, и в каких количествах, у меня это очень хорошо получается. Раньше, когда мы ели мясо, я готовил очень много мяса, баранину очень любил готовить, различные блюда, различные. Причем такие вот, я больше люблю, чтобы с каким-то вот, с изыском. Олег, шампиньоны на гриле, это очень вкусно, попробуй. Я тебя не удивлю? Все под рукой, ты чего? Я же все знаю, я все знаю, чего вкусно. Я, кстати, очень люблю вкусную еду, но часто вот получается так, что вкусная еда, она не полезна, к сожалению. Как дала? Дала без вопросов. Как дала? Дала, вот и все. Эта печь дала мне возможность сделать прекрасный гриль. Так, немножко добавим паприки. Вот эта паприка. Мы уже прошлись с одной стороны. Сейчас я немножко ее, так скажем, пропшикаю вот с другой. Чуть-чуть, не надо много. Она и так хороша. Она и так вкусна. И эту сторону мы еще не солили. Вот посолим еще чуть-чуть вот так. Вот. Так, маслица не помешает. Вот такое вот. Привет, мы тебя своим ходом видели. Да, своим ходом я как раз готовил тоже такую же кукурузу. И ребятам очень понравилось. Братва моя, Светочка, привет, солнце. Я сегодня, видишь, этот самый кухня-перископ у меня. Кухня-перископ. Готовим, готовим. Готовим вот здесь вот морепродуктики, затушу себе там такой микс, там все, там просто все, все, что нужно человеку для счастья. А здесь вот кукурузка. Оно рафинированное. Минздрав Соединенных Штатов не предупреждает. Нет, скорее всего, не рафинированное. США, а где Анютка? Анютка отдыхает, ребята. Анютка, знаете, как бы по воскресеньям мы даем ей просто time relax. Time relax, она просто отдыхает, а мы просто готовить еду, снимать видео, да просто бесимся. Приветик. За сколько купили гриль? Баксов, по-моему, 600 он обошелся. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шестикомфорточный. Ну, хороший, мне нравится. То, что у него здесь есть плита, где готовить, так скажем, суп. Здесь у меня такой вот столик. Я здесь доску положил, там все такое. Кинза, шминза, 5, 10. Очень-очень здорово получается. Вот. Поэтому... Как говорится, знаете, все равно ничего не заменит пищу, которую ты сам приготовил. Понимаешь, приготовил ли ты мясо или рыбу, или овощи. Главное, что ты делаешь это с любовью, и люди, которые оценят твою еду, да, почувствуют, что она живая. У меня ночь, у вас день. Где живете? Мы в Колорадо, мы живем в Колорадо. Это Колорадо. Знаете, Колорадо, центральная часть... Опять кроссовки? Нет, не буду помогать. Пашка, я тебе уже сколько раз говорил, как одевать кроссовки. Он все время путает левую и правую ногу. Я уже объясняю, что вот так, вот так, вот так, вот так. Нет, все равно. Паш, Пашуль, иди я тебе один. Давай, сколько у вас времени? У нас сейчас 4:15. Самый подарок жене на 8 марта. Я тебе так могу сказать, это все зависит от вкусов и пристрастий твоей жены. Но думаю, что любой женщине понравится стих, написанный тобою. Вот если ты напишешь стих... Давай, иди ко мне, эти ботинки принеси его. Иди сюда. Если ты напишешь какой-нибудь стих и прочтешь ей... За ужином, неважно где это, может быть в лесу, у костра, это может быть в ресторане, а может быть просто за кухонным столом. Это все зависит индивидуально. Так, ботинки давай сюда. Давай. Ой, парфюм не вздумайте никому дарить. Вы что, не надо. Никогда не дарите парфюм. Это такая вещь, сегодня нравится, а завтра не нравится. Поэтому лучше не экспериментируйте.
Вот. Я вот, например, одному прекрасному человеку посоветовал сходить на ипподром. Вот недавно в трансляции заходил к Ване, о нет, к Денису. Или к Ване, подожди, к Ване. Я все время путаю двух прекрасных, замечательных ведущих. Я заходил к Ване и посоветовал ему, сходи на ипподром, очень интересно. Смотря какой парфюм. Олежек, ты знаешь, без разницы. Вот украшения, наверное, больше прокатят. Цветы, ну, достаточно, так скажем, заезжено. И не все женщины, кстати, любят цветы. Вот они делают вид, о, как бы внимание, все это здорово. Подарочный купон, согласен, но это бабки. То есть подарок подарить бабки, это очень примитивно. Олег, ты в команде разработчиков Перископа? Нет, я не в команде разработчиков Перископа, я партнер Перископа, первый русско-болтающий партнер, который получил доступ ко многим приложениям, которые являются тестовыми. Вот, цветы это обязательно. Так, Паша, давай предупрежу сразу. Ты будешь там копать, но сюда песок с камнями не кидаешь. Договорились, брат? Маша, садись. Hello, у вас торнадо бывает? Да, у нас в Колорадо бывает торнадо. Павлуша, я к тебе очень серьезно и ответственно прошу. Сюда песок и камни не бросать. Договорились, бро? Все, вот это другое дело. Так, наша кукуруза готовится. Мы немножко ее поворачиваем. Ой, какая она уже нежная. Ой, класс. Сделаем так, наверное, да? Давайте ложкой, потому что, во-первых, она очень горячая. А Машенька, вот ей 5 лет, кушает бананы. Павлик ему 3. Двое. Олеги всегда первый. Ауски. Еще банан, я же тебе дал. Еще есть. Вот, возьми вон там наверху. Вон, Там вон, что вон, там вон. попало? Гвоздик с крыши упал, Маш. У нас недавно ремонтировали крышу. У всех ремонтировали, потому что град был в прошлой весной и побило крыши. Что вы делаете торнадо? Вы знаете, он проходит не по Колорадо Спрингс, никогда не было торнадо. Он больше идет по северо-западной части Колорадо. Здесь не было. Здесь были очень сильные шквалы, ураганы, которые срывали крыши, но без торнадо. Вот, ну, а так-то у нас подвал есть. У нас есть подвальчик, где можно спрятаться. Где родился? В Москве. Мы родились в Москве. У нас вся семья москвичей, жене 23. Вот, молодая, красивая, очень умная, любит меня. Вот, собственно говоря, мы на днях она не смотрит трансляцию. Мы на днях с малышней поедем за подарком нашей мисс Анюте покупать ей 8-мартошный подарочек. 8-мартошный. Ты хочешь ко мне сесть или к Машеньке? М? Банан? Банан, банан. Как ты на этом зарабатываешь? А вы будете дарить на 8 марта? Да, я только что говорил, что я буду с малышней ехать за подарком, и мы купим мисс Анюте самый лучший подарок. Я думаю, что ей понравится то, что я ей куплю. На море часто ездите? Мы буквально в январе отдыхали во Флориде всей семьей. Да, у нас было несколько недель, так скажем, замечательного отдыха во Флориде. Это было просто чумовище. Маш, принеси мне полотенчика коричневое, пожалуйста, зайка. Принеси коричневое полотенчика, потому что уже нагрелось так, что я пальцы обожгу себе. Спасибо, солнце. Спасибо, моя зайка. О, уже видишь? Уже бежит. Бежит. Ой, господи, какая тут... Господи, какая красота, а? Маш. Маш, там вообще, там просто... Аккуратно пальчики не подсовывай. Так, давай сделаем так. Мне нужно грибочки туда добавить. Давай. Мне нужно добавить грибочки. Так, для этого мне их надо покрошить. Покрошить грибочки. Так, сейчас мы это сюда поставим. Так, Маш, отнеси вот это вот. Мне не нужно, это уже здесь мешает. Хорошо? Так, чашка вот здесь пускай встанет, маслица здесь. Машуля, Пашка тебя зовет, солнце мое. Так, а помыть? Так я сейчас помою. Я сейчас открою сначала упаковку. Грибочки, да, шампиньончики. Так, грибочки, шампиньончики. Какой фирме гриль? Гриль Чор Бройл. Такой вот гриль. Так, ребят, я иду мыть, а вам музыка. Im Radio ist ein Küken, im Radio ist ein Küken. Und das Küken piept, das kleine 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 Küken.
так скажем, нужно помогать. Жене нужно обязательно помогать. Мамам надо помогать. Всегда помогайте своим любимым. Не только на 8 марта. Знаете, многие такие только 8 марта гораздо что-то сделать. А я думаю, что надо всегда помогать. И, так скажем, этим и отличается мужчина от коричневой тряпки. Мужчина должен быть всегда, так скажем, достойным своего имени. Мужчина должен достойным быть своим поступков. Да, у нас тепло, у нас плюс 18, друзья, у нас хорошая погода. Так, давайте, знаете, как проверим нашу кукурузу. У нас здесь кукурузка. Ай, как здесь тепло. Так, Маша, она готова. Я знаешь, как сделаю? Я сейчас переверну. Она классная. Так. Давай перевернем. И знаешь что? Мы закроем ее, а гриль выключим. Потому что там уже и так температура хорошая. Так, лучок. Нам надо добавить, ребята, лучок репчатый. Так, Олег, а в картошку не будете ложить? Нет, картошку не будем, потому что слишком много будет. Понимаете? Кукуруза, морепродукты. Там у нас морепродукты. Мы, так скажем, делаем иногда картошку с морепродуктами, но ну, не сегодня. Не сегодня, так скажем, в другой раз. В другой раз. Я раньше чаще делал трансляции, кухня Перископ, да, то есть мы... А все время было некогда. Теперь, ребятушки, будем периодически с вами вот так вот также выходить и делать такие трансляции. Так. Давай, значит, вот так вот сейчас мы сюда это положим. Положим это сюда. Я вижу, что я рассыпал, потому что я свинья. Да. Теперь, ребятушки, будем периодически с вами вот так же, как выходить, делать такие привет друг другу с программы «Своим ходом». Да, ребята, на самом деле практически каждый день кто-то приходит от ребят «Своим ходом», которые были у нас, гостили. Кстати, вот эту кукурузу я готовил для них таким же образом, такую же. Положено, я вижу, что я рассыпал потом, я свинья, теперь, ребятушки, были призваны вот так. Олег, может быть, как-нибудь сделаем рум-тур по дом-квартире? Давайте сделаем, но не сегодня, У нас, так скажем, генеральной уборки не было. А в Калифорнии все митингуют идиоты. Ну, как говорится, флаг им в руки. Флаг им в руки. Так, давайте порежем шампиньончики. Мама наша отдыхает, она отдохнет, проснется, будет кушать. Одна, не понимаю сообщения, вы борщ варить? Ну, я варить борщ, но лучше, чем варит моя жена. Она в окошке не может смотреть. Лучше всех варит борщ моя жена. То есть я, так скажем, не собираюсь с ней соревноваться, тем более, что кухня у нас не делится. Давай сделаем так. Я сейчас сам порежу, хорошо? Ты хочешь сама? Маленький стульчик. Маша, маленький стульчик возьмет. У вас хорошая семья. Вы умничка, так держать. Спасибо! Спасибо! Как говорится, знаешь, давай маленьким ножиком. Значит, смотри, вот здесь вот. Давай я сейчас уберу свой нож. Давай. Сейчас Маша тоже порежет немножко. Давай, зайка. Во, отлично. Все, давай дальше я сам, хорошо? Или ты еще хочешь? Угу. Давай я. Угу. Хорошо, все. Ладно? Давай. Привет из Флориды! Флорида, привет, друзья! Привет, у вас классно. Нам Флорида нравится. Флорида хорошо. Для отдыха просто замечательно. Просто великолепно. Как помню четко, когда это. Она все рожала, потом она все воспитывала. И пока не это самое, пока еще не дошли мы до руля. Сейчас дам тебе, мой хороший. Ну, сейчас дам, извини, на. Аккуратно, пополам режь. Вот, сколько вам лет с женой? Жене 23, мне 45. Машеньке, вот она сейчас режет шампиньон. Давай, я держу. Давай. Ей 5 лет. Кстати, она у нас в старый Новый год родилась. Вот.
А сколько сейчас времени? 4, наверное, с копейками уже. Хочу попробовать чугунка. Блин, на самом деле, еда просто получается отпадная. Отпадная. Давай закинем эти далеко. Слушай, я профи. Братан или не братан, но я профи, так скажем. А если ты у меня впервые на трансляции, подписывайся, я много чего покажу, то, чего ты не видишь нигде, ни на одном канале. Так, так, папа-свинья, он может уронить. Аккуратно. Так. Так, где связь? Связь на месте. Связь на месте, все хорошо со связью. Мы периодически зависаем, потому что мы в горах, это горы. Назовем так, в горах бывает так, что связь и пропадает, друзья. Бывает так, что и пропадает так. Давай немножко сюда поставим, пускай. И у меня еще два шампиньончика осталось, их надо докрошить. А что готовите? Морепродукты с шампиньонами. Простой, незамысловатский. Или у тебя наушники, кто-то пишет. Да нет, вот у меня здесь один iPhone. Здесь стоит внизу планшет. Поэтому, к сожалению, нет, все просто. А у вас телефон, да. Все очень просто. Просто как бы я делаю трансляции уже год и делаю их с удовольствием, с радостью, технически подкованные, технологически. Мы живем в Колорадо Спрингс. Это прямо вот в горах. Я сейчас покажу вам. Так, давайте помешаем это все дело. Так, давайте-ка помешаем, потому что наши шампиньончики должны перемешаться с морепродуктиками. Сейчас там лучок, сачок, все дела. Лучок, сачок, все дела. Нормально. Доходит. Кто моет посуду? У нас посудомоечная машина есть, она моет посуду. Все, я кушать не могу, смотреть. Сори. Сори. О да, покажите, пожалуйста, местность. Давайте покажу. Не надо говорить, что я свин, Маша. Зачем? Это знаешь ты, это знает мама. Вот эта ложка, у меня тоже такой кушает. Нет, мы такой только мешаем. Мы такой не кушаем. Ваши дети пока говорят только на русском? Да, абсолютно верно. Они говорят только на русском. Давайте сделаем вот так. Я сейчас вытащу телефонец. Телефонец 7. Вот, видите, это такая вот одноэтажная Америка, где мы живем. Вот, смотрите. Вот такое наше колорадское небо. Вот такое наше колорадское... Какую ты придумала песню? Расскажешь? Вот, видите, такие небольшие домики. Вон наше солнышко скоро будет заходить. Такие небольшие, небольшие домики. Вот это вот наш гараж. Такой вот гараж, вход в гараж на две машины. Вот. У нас такой небольшой заборчик здесь. Жуткое небо. Нет, очень красивое. Время к закату. Вон солнышко там у нас вдалеке. Как не видно? Вон горы, как не видно горы. Ты что? Сейчас смотри. Видишь? Все там видно. Плохо, хорошо, еще и вкусно. Возьми меня к себе третьим ребенком. Не, у нас уже в семье есть 3. Мисс Анюта с 4-м не справится. Потому что я, как говорится, хоть и мальчик большой, но тот еще пупс. Тот еще пупс. Поэтому у нас и так в семье детей навалом. Какая у вас машина? Мерседес у нас. Так, кто не доел банан? Можно я доем банан за вами? Можно я доем, Паш? Да. Пожалуйста. Можно? Пашка разрешил мне доесть за ним банан. Вкуснятина. Прекрасно. Так, давайте берем жены. Я думаю, что мисс Анюта будет против. Ну и я, собственно говоря, не ищу второй жены. Мне так хорошо с моей одной женой. Как говорится, вот так вот. Прекрасно. Так, надо нам батарейку взять. Тебе нравится сидеть, Маш? Хорошо сказала. Никакой второй жены. Любите это, она не понравилась. Да ну что вы. Это все шутки, ребят. Конечно, я мисс Анюту очень люблю, уважаю. И ценю ее больше, чем женщину. Я... Где дырка? Да это фигня, а не дырка, чего ты? Мы шутим. Я знаю, что вы шутите. Ау.
Ну ничего страшного, дырка и дырка. Господи, знаешь, сколько у меня дырок? Не надо все принимать. Я же все время такой серьезный. Сегодня, так скажем, ну очень серьезное, но очень интересное. Вот. Так скажем, я очень люблю стихи, и у меня очень много людей, которые замечательные стихи пишут, знакомые. Сколько разница в возрасте с женой? 22 года. 22 года у нас разница с мисс Анютой. Я сейчас сделаю эксперимент. Я попрошу вас оценить стих, который я прочитал. Это не мой стих. Вот. Очень хотел бы услышать ваше мнение. Ваше мнение вот относительно этого стиха. Хорошо? Напишите, что вы меня слышите, а то кто-то пишет, что, что мы висим. Мы же не висим. Я вот смотрю трансляцию тоже на независимом телефоне и все здесь вижу. На стульчик садись, Паша. Садись, садись, зайка. Садись, малыш. Повыше там аккуратненько, мой хороший. Так, слышим и висим иногда. Ну окей. Давайте, скажите мне свое мнение после того, как послушаете, хорошо? Плохо отнеслись. Господи, как краток путь земной. Свечу мою задуть стремится ветер. Молю ты, смерть, не посылай за мной, пока во мне нуждаться будут дети. Ты можешь хворь любую исцелить, простишь меня и примешь покаяние. Лишь только ты умеешь так любить и понимать телесные страдания. Ты путь прошел от ясель до креста, Господь, принявший облик человечий. Твоя непостижима доброта, ты был и есть, и неизменно вечен. Верю я, от зла их сбережет моя слезой омытая молитва. О Господи, как краток путь земной! Свечу мою задуть стремится ветер. Молю, ты смерть не посылай за мной, пока во мне нуждаться будут дети. Ну, как-то так. Как-то так. Надеюсь, трансляция не висела у вас. Я ее смотрю тоже, как и вы, с другого устройства. Так скажем, и у меня не висело. Так, что у нас там? Здесь у нас тепло, хорошо. Вот. Да, у меня много сейчас таких стихотворений. Стиль чем-то похож на стихи из фильмов «Ирония судьбы». Ну, рассказывай, Вася. Не Вася, меня Олег Забугорский зовут. Что это было? Это был стих в моем исполнении. Он не мной написан. Вот, мало того, что мы завтра снимаем, у нас завтра съемки, мы в 10 утра снимаем завтра репортаж с одним очень интересным человеком, он даст свое видение, так скажем, на религию, вот, ну, очень интересный, дядя Паша, вы знаете наверняка это, я так называю дядю Пашу, Кожевников, писатель, достаточно известный в узких кругах. Прекрасный человек, которого я очень уважаю, мне очень нравится с ним общаться и в том числе снимать с ним интервью. Так, что у нас тут? О, господи, какая вкуснятина! Какая же там вкуснятина? Где? Какая штука? Немножко не понимаю, о какой штуке идет речь. У меня тут много разных штук, так скажем, для приготовления штуки. Вот. А если это, то это гриль. Это гриль. Здесь у нас томятся кукурузки. Мы приготовили кукурузу, и я заканчиваю готовить вот это вот, так скажем, чудо. Большая. Шестиполосный гриль. Очень хороший гриль американский. Вот, мы будем есть. Мы будем есть. Мы кстати, тоже едим, как и многие из вас, мы едим. Так, та-да-та-да-та-дам.
Пашенька, ты что так затих там? Я когда ты так... Ты когда так затихаешь, я немножко, знаешь, как бы пугаюсь. Если честно, я пугаюсь. И как в Америке с городским транспортом обстоят дела? По разных городам... не надо здесь сыпать, бро. Не надо. Это все зависит от штата и города. У нас в Колорадо-Спрингс, ну, практически он отсутствует. В Нью-Йорке люди практически не пользуются машиной, они пользуются транспортом. А что готовишь, дорогая? Вот уже приготовил кукурузу. Давай я покажу тебе, потому что это надо, назовем, видеть. Это такая вот нежная, с паприкой. Смотри, какая кукурузка. Вкуснятина. Привет, привет, приветик. Вот, а здесь вот, вот в этом чугунке готовятся морепродукты с шампиньонами. Давай сейчас вот так вот чуть пониже опустим. Вот они, шампиньончики, морепродукты. Там у меня целый микс, такая вкуснятина будет. Ням-ням-ням, не то слово, ням-ням-ням. Просто объедение будет. Просто будет объедение, ням-ням-ням. Жалко, ты только сейчас зашла, Маринечка. У меня буквально несколько минут назад был стих очень интересный. Олег, там много, когда мы сможем увидеть на вашем канале видео с дрона, посмотреть на ваш город. Ну, у меня там есть несколько видео, но давайте я на неделе сделаю, хорошо? Так прям русский, так его прям из России-то мне и прислали. Мама отдыхает. Мамочка наша отдыхает. И так же мы даем ей эту возможность. Мы так же уходим подальше от нее. Вот, а она отдыхает от нас как бы немножечко. Вот, мужчины, давайте своим женщинам, давайте своим женам, любимым время для того, чтобы они побыли одни. Вот, не только ваша рыбалка, не только ваш так хоккей, нужно, так скажем, думать об интересах своей второй половинки, и дай бог, чтобы они, так скажем, наши дорогие, получали это время, потому что это очень важно. Это важно вообще и в семейной, так скажем, жизни, да и не только. Жена ведь это же не только, так скажем, человек, который тебе стирает носки, борщ варит, это твой друг, это твой человек, твой соратник. Ты сегодня воскресный папа, да. Да, я воскресный папа, и вот смотри. Видишь, смотри, у меня где тут народ. Вон. Вон, смотри. Они уже песчаную бурю какую-то. Давайте вот так поставим сюда. Грилец. Я сейчас дождусь, когда будет готов, так скажем, да, это у них такая импровизированная песочница. Сейчас дождусь, когда будет готов, так скажем, морепродукты мои. Морепродуктики. Сейчас. Ой, горячие, давайте я, наверное, немножко положу телефон сюда. А то руки все руки заняты. Вот. Маричка, не уходи, я, наверное, сейчас включу еще раз этот стих. Хотел бы, чтобы ты его послушала. Я его сейчас после трансляции выложу на канал YouTube. У меня, знаешь, как говорится, анонс происходит сначала в Перископе, а потом уже мы на канал YouTube выкладываем. О, Господи, какая вкуснятина, так пахнет вкусным. Тепло у вас там? Да, у нас весна, красна, тепло, неплохо. Я бы так сказал, не то чтобы прям жарко, 17 градусов. Друзья мои, дорогие, прекрасные, замечательные люди, я начинаю, так скажем, производить на нашем канале, да, производить, потому что это целое производство, но я буду стараться делать это не наигранно. Я буду говорить только те стихи, которые я чувствую. Знаете, много прекрасных стихов, но есть стихи, которые я не чувствую, а есть стихи, которые я чувствую. Поэтому я начинаю рубрику, так скажем, на нашем канале, здесь в Перископе и на канале YouTube, стихи от Забугорского. Так что представляю вам самого себя. Господи, как краток путь земной, смерть не посылай, можешь хворь любую исцелить, простишь меня и примешь покаяние, лишь только ты умеешь так любить, от ясель до креста, Господь, принявший облик человечий, твоя непостижима доброта взгод, не допусти угрозы смертной битвы, и верю я, от зла их сбережет, моя слезой омытая молитва. О, Господи, как краток путь земной,
Свечу мою задуть стремится ветер. Молю, ты смерть не посылай за мной, пока во мне нуждаться будут дети.